ты чел современный и геймер реальный. Виснешь часами в сетях социальных. Неважно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в компании Титан. Сеть комиссионных магазинов Титан. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Кирове на перекрестке улиц Горького и Воровского. Там не смогли разъехаться Mazda 3 и новый Kia Soul. После удара одна из иномарок зацепила Ладу Калина. На месте происшествия побывал наш корреспондент Павел Москвин. На место ДТП сразу приехали две машины скорой помощи. После мощного удара сильнее всех пострадала водитель Mazda 3. Женщину трясло после аварии, у нее был болевой шок. Еще одна пострадавшая ехала в Kia Soul. Сразу после столкновения девушка почувствовала боль и решила поехать в травмбольницу на обследование. Ее молодой человек, водитель Kia Евгений, не пострадал. Он обещал забрать пассажирку из больницы после оформления ДТП. Я туда приеду сейчас. Инспекторы попросили Евгения рассказать, как произошло ДТП и указать место столкновения машин. Она поворачивала налево, я ехал на зеленый разрешающий, и она прямо передо мной начинает поворачивать. Точку поставьте, где вы столкнулись. По словам молодого человека, он ехал по Воровского от улицы Чапаева в сторону ЦУМа. Мазда двигалась навстречу и поворачивала на Горького в сторону автовокзала. Да, девушка в Мазде стройки начала поворачивать налево, и получается, прямо передо мной поворачивала, я, чтобы уйти от столкновения, вывернул руль вправо. Ну, не может быть здесь место удара. Тормозной путь он такой. Слушайте, идет. Вы меня сейчас спрашиваете так вот. Нет, как нам нужно зарисовать схему? Я понимаю, хорошо. Вот смотрите, она ехала слева крайне, поворачивала налево туда. Значит, точка соприкосновения примерно здесь находится. Все, вот здесь, согласны? Да. Если верить очевидцам, после удара Mazda задела Ладу Калина, а Kia разбила урну и протаранила забор. Как выяснилось, этот автомобиль новый, ему всего месяц. Теперь Евгению предстоят хлопоты с ремонтом. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.